Оборонно-промышленный комплекс Польши продолжает готовить для Украины вооружение. Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста. Недавно польский премьер-министр Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не предоставляет Киеву своей военной помощи. По словам президента Польши, слова премьер-министра были интерпретированы худшим образом. По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: «Мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии», — сказал он. Дуда добавил, что несколько месяцев назад встречался с Моравецким и обсуждал вопрос военных закупок для польской армии. «У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому», — подчеркнул президент Польши. «Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых Абрамс, или комплексов Патриот, или Хаймарс», — признался он. В то же время те контракты на польское вооружение, которые Польша подписала с Украиной, к примеру, о поставках самоходных артиллерийских установок «Краб», выполняться будут.